Фильм «Рэд 2» – вторая часть фильма «Рэд», который был выпущен в 2010 году. Первый фильм, режиссером которого был Роберт Швенке, имел успех в прокате и собрал 199 миллионов долларов. Я так и не понял, почему называется «Рэд» красный? Только потому, что плакат красный? Во втором фильме «Рэд 2» звезды поменяли себе режиссера на Дина Париза. И это была не лучшая их идея. В пресс-релизе фильма написано «Головокружительный комедийный боевик». Ты еще пойди почитай, что на заборе написано. Боевик, да. Но комедийный и головокружительный не получилось. Костюмированная прессовая в доме престарелых. В главных ролях только звезды. Брюс Уиллис, Кэтрин Зета-Джонс, Энтони Хопкинс, Хелен Миррен, Джон Малкович. Да, былые кумиры уже не те. Почему? Брюс Уиллис и Кэтрин Зета-Джонс очень даже ничего. Да, Уиллис и Зета-Джонс держатся еще, как могут. Сильный актерский состав спасает слабую режиссуру Дина Париза, но не заменяет ее, несмотря на крепкий сценарий и хорошо поставленные и смонтированные сцены боев и преследований. Хорошо поставленные сцены боев? Да, что? Да ты проспала полфильма. А драка корейца с российской полицией? Это не драка, а промо-видео мусульманских экстремистов. Кстати, о сценах в России. Россия представлена в фильме в грязно-серых тонах, и стены все, какие есть, обязательно облупившиеся. Плашной блокадный Ленинград. Российский спецназ представлен в фильме толстым, беспомощным и неповоротливым, а военнослужащие сплошь дураками. Как будто наши бойцы еще неповоротливее голливудских стариканов. Так, Харитон, хватит осыпать нас всех своим остроумием. Все, молчу, как скажешь. Интересно проследить отношение американцев к столицам других стран. Париж – место для романтики и приключений, Лондон – то, что нужно спасти, Восток – весь без разделения на столицы и страны, они боятся, но не уважают. Россия – объект для эротики и шуток. Глупых и примитивных, позволю себе заметить. В целом, боевик, что называется, на уровне. Но, несмотря на то, что люди в зале смеялись, мне лично было не смешно. Это потому, что ты проспала все шутки. Кроме того, я так была уверена в том, что такое количество звезд просто не могут проиграть, что я не переживала за них.